Ну хорошо, хоть сейчас все остановилось на месте, когда... Да, игроки в равных ситуациях были. На равных даже никто раунда не выиграл. Обычно, когда ты выигрываешь раунд, уже тебе такое ощущение, что тебе всего лишь осталась половина пути до победы, и как бы проигрывать более обидно. Петриан что-то не заходит. Что-то там, да, может быть, с интернетом или... А его опять выкинул. Вот он опять зашел. Все нормально. Зашел Петрин, да? Так, счет был 3-2. Посмотрим. Ну что, продолжается матч Домета против Япа. Да, Домет ведет со счетом 3-2. Ой-ой-ой, сейчас сильно игру слышу от... из твоих, от тебя, слышишь? Да, сейчас здесь я... вообще прям сильно слышно игру. Странно. Сейчас. Так, игра на ноге. Да, будет ультра. Слайд. Ой-ой-ой, как сильно слышно. Тихо, тихо. Так. О, панишит слайд. Япа выигрывает раунд. Сейчас нормально? Ну да. Все, ну и звуки, ну ладно, хоть так. Бля, а звук игры тебе слышно? Да. Я вообще ее на ногу беру. Вот я буду без звука смотреть. Хорошо сбивает. Да. О, хорошо принимает, но... Ох ты, хороший вейвпаниш делает. Я попытался запанчить телепорт, но этого недостаточно, чтобы у Чунли свип не такой быстрый. Ой, не такой дальний. И сейчас вроде бы для Адамеда все хорошо. Ух ты, опять вейвпаниш какой прекрасный. Ох, как хорошо игроки ждали друг от друга чего-либо. Хороший респект показывают. Ультра. Да, и ультра. И я думаю, Япа забирает раунд, потому что сейчас будет чип с суперкой. Да. Если Домет, конечно, не выкнется с суперкой. Нет, нет, он... Я думаю, он пытался это сделать. Три-три. Красный коннектор Петрена. Пацаны, порнуху вырубайте. Может, с ней прикольнее смотреть. Может быть. Ну-ка, остальным-то чем-то нужно заниматься. Один играет. Да-да-да.
Так. Что там? Уже второй матч сейчас начнется. Ой, какой второй-то? О, седьмой матч, 3-3, да, у нас счет. И очень уверенно идут у нас все игроки. О, хорошо. Панишит фаербол, да, мед. Прекрасный свип. Да, бейт на EX ножки. Хороший в паниш слайдом на подножку. Третья атака не зашла. Ну вот. А, сейчас Дамет стал почаще делать телепорт. Я попытаюсь его ножкой, ну, подножкой запанишить. Хорошая комба. Возможно, я не уверен, но возможно, он может просто подождать и сделать ультру. А меня слышно-то вообще, нет? Да, да, слышно. А, ну все нормально, прям. Ух ты, что-то странно было. Чем Долсин подорвался в воздухе, непонятно. Вот это сейчас я бы мог суперкой слайд запанишить. Вот сейчас, да. А, нет. Не, да, не смешно. У Чунди довольно высокий и довольно долгий прыжок. Возможно, поэтому не смог запанишить, да? Нет, дед Петрен играет за Гокина, а это просто у него япа и Риндал, это другие игроки. Ох ты, как перебивает Эмит, хорошо, но япа есть суперку, япа есть ультра. О, да ладно. Отличная суперка. Записывайте, ребята, все паниши, которые делают япа, поэтому, потому что я процентов 80 не видел того, что он делает. Не панишит япа почему-то телепорт. Когда Долсин телепортируется, можно автоматически нажимать легкий панч. Это собьется. Ох ты, придумал япа, как панишить телепорты, но вот сейчас не зашла ножка, но я думаю, в следующий раз зайдет. Дальняя тяжелая, у которой очень большое расстояние. И вот у меня сейчас такое ощущение, когда смотрю на игру, что Долсин чуть-чуть побольше давит, чем Чунли. Да, за счет того, что Чунли ворваться не так просто получается. Да, смотрим. У Япа опять сейчас появится скоро суперка. Демеду надо выключить будет автопилот, на котором он, если сделает этот огонь опять. Да, не делает он его хорошо. Высокий уровень показывает. И ультра. Суперка. А суперка, вот, по-моему, ультра была должна быть, да. Ой-ой-ой. Это должна была быть ультра, мне кажется. Да. Мне тоже кажется, что должна была быть ультра. Ну вот так вот. Одна ошибка. Очень обидно. Ритри в пользу Домеда, мне кажется, отдал этот раунд. Да, резерву можно. Но проблема в том, что когда Долсим только телепортируется, то есть если он как бы просто приземляется, то ты не можешь ничего сделать, потому что он просто сделает телепорт, и ты улетишь. Да, если не заметили, вот Wizard написал, довольно неплохой был сейчас инпут от Домеда, который вылился в инстант ультру. Это значит, что... Не так, не, да не так сложно делается.
По сути, это не так сложно делается, да, но все равно это было неплохо. Даже хорошо. Ну да, раз принесло результат. Очень даже. Хорошо убивает. Телепорт дал Сима. Снова копыта. Отличная пока. Помогает очень сильно в этом матчапе. Как хорошо сейчас будет чип оверхед в стиле сета. Разозлился япа. Там со звуком сейчас все нормально? Да, все хорошо со звуком. О, ну, слава богу. Я теперь хоть слышу игру себе настроил. А то так вообще молча неудобно было. Хорошо, просто кончиком япа задевает Далсима. Прекрасно показывает, знает свою нормалу япа. Опять хороший респект показывают игроки. Ждут от друг друга какой-то ошибки, не лезут на рожон. О, класс. Да, выбивает Далсима. Не знаю, это был рит или что-то. Да, вот сейчас панишит телепорт. Успешно. Хорошо. Ой. Не получился линк, супер. Да, не получилось ножки сделать. Уже чаржить пошел я по ультру. Но ножки не вышли. Или может быть линк супер там был? Ну, я думаю, ультру я более уверенно. Думаю, не захочет я по суперку опять дропать. Ох ты, не опять не сконфермил. О, хорошо. О, ультра. Не было ультры. Ох ты, какое... Да, чип. Это матч-поинт для Домеда. Да. На 10 секунде все-таки Домед не решил не доводить до таймовера, потому что мог проиграть. Лучше он сейчас попробует выиграть. Хоть и с малыми ресурсами, но больше шансов, чем в прошлом раунде. Довольно неплохо отзонивает, но вот Чунли вырывается. Бросок. Да. Не сконфермил, дал Сим в комбу. Да, инстант оверхед дал Сима. Еще один, но он не прошел. Чунли сделал бэкдэш. Да, делает сетап на фреймтрап, япа. Поймает? Ох. Нет, не ловит, и будет паниш. И ох, порит паниш. Спорол комбу, япа. Две ошибки игроков в этом раунде. Да, это очень обидная ошибка. В прошлом раунде япа ошибся. Проиграл за эту игру. Сейчас может проиграть целую игру. Ультра. Да, все. Да, это заходит. Да, убьет. Это победа. Нет! Да ладно. И чипать будет суперкой. Чипать, да. Ох, как все опасно. Все... Да. И Экс будет делать. Да ладно. Офигеть. Отличная дайв-кик от... Да, от Домеда. Да, и против антиэйра. Вау. Потерялся япа в конце. И классно, что Домед выигрывает. Да, Домед выигрывает. Неплохая игра была. Ну все, ГГ. Так, Вега Кло сейчас будет играть против Ириндала. Питерен все время куда-то уходит, но этого делать преждевременно. Сегодня они у нас главные поставщики FT5. Почти в каждом они FT5 играют.
Да, они все уже отыграли, сейчас же вроде другой матч должен быть. Да-да-да, Вега Кво против Ириндала. Ириндала или Фокса? Ириндал. Вау. Фокса пока, я так понимаю, нету. Ну да, время такое, все на огородах, на чем-нибудь еще. Китерол, на самом деле это все делается очень просто. Любой хороший игрок, да даже любой игрок умеет играть за Рю. Я как бы не перестану говорить, что если новичок в этой игре, то возьми Рю, научись за него. Там все основы, они как бы тебе помогут потом с любым персонажем. Можешь поиграть даже недели две, а потом пересаживайся на кого хочешь. Ну да. Не, ну конечно не стоит пересаживаться там на... Вайпер. Ну, не про вайпер, а про персонажей, которые прессят. Не стоит пересаживаться, потому что если за Рю избрать такой более сейфовый стиль игры, но все равно много персонажей, да? Но все равно за Рю стоит научиться играть. Это будет очень хороший опыт. Так, у нас еще никто не зашел. Да. Что-то пока игроки не доходят. Да. Между делом перекусываем. Это не доширак. Ну где у нас там? Ну чё, ждём инвайта, я пригласил вас. И Вегакол тоже пригласил. И Риндал горит. Ну ладно. Потушите там его, Петрен. Как-нибудь. А чё он горит-то? Он разве проиграл? Он же выиграл. Ну, не мешает ему гореть. Ну да, Ириндал в своем стиле. Да, сегодня довольно внезапно начался. Стрим не успел ни приготовить, ни поесть, поэтому перекусываем моментами. Ну где у нас? Горит играть, и что я попроиграл? А кто будет играть-то с Вега Кво? Сейчас будет так интересно. А, нет, я просто знаю, что ну Ириндал на многих персонажах играет. А вот Петрин и Япа, они... Я их видел только на их персонажей. И раз они там все вместе, то Ириндал мог бы взять и помочь кому-нибудь. То есть мы же не знаем, за кого они еще могут играть. Ждем Вегу Кво. Далсим выиграл. Да... Сможет ли Ириндал все эти миксапчики от Вегакло забейтить, потому что многие из них unsafe, но на них еще нужно реагировать. А, Ириндал говорит, что я попроиграл, да. Мне тоже очень обидно из-за этого. Я считаю, что от последней две игры я помог выиграть. То есть первую, потому что он дропнул... Да, ультру, там был момент, когда он бы выиграл ее. А вторую он просто как-то растерялся, то, что не зачипало. Мог бы там действительно просто рискнуть хотя бы или что-то. Но... Ну и хорошо, Дамет.
поймал на анти-антиэйр, да? Назовем да там анти-анти-анти что-то было вообще. Где игра? Игра. Ждем у Вегаклоу. Не знаю, где Вегаклоу у нас. Зовем его в игру. Его пока нету. Так, ну что делать, сколько ждем еще? Сейчас заходит. Все, ладно. Ну, посмотрим. Ну тут пока никого нет. Чё, не лает? Хорошо. Потому что да, кучка. Можно сказать, что как бы все всё, могут я сейчас. Я тебя пропускаю, неужели начинается этот матч? Уже начинается, ну тогда оставим все эти дилеммы. За кого будет играть Ириндал? И вообще Ириндал ли это будет играть? Не, ну написали, что Ириндал. Да там и сейчас по персонажу будет абсолютно понятно. Если не Гоукин и Чунли, то это Ириндал. Берет Балрога. Да, Вега Клоу играет за трех персонажей. Балрог, Вега и Вега Бланка. И Бланка, да. Остальные у него... Ну, не очень, но он по фану играет. Многие, у многих есть много персонажей по фану, но вот три серьезных у него есть. Ну посмотрим, что как будет Ириндальчик. У Балрога есть хорошие бронированные приемы, которые позволяют выйти от прессинга. Ох ты, хороший парень. Да. Да, делает викап, спасает, дропает линка. Инк, да. Это паниш? Не было паниша? Ох ты, хороший линк. Это даже был не линк, но именно это принесло Дизи. Да, очень мало скейлинга. ДП? Будет ли ДП? Ой, попадает. Ох, Риндал, да. Не потерялся Ириндал, сентерил, все как надо. Оверхед лочит. Да, легкий оверхед уже за Балрога не панишится. Но он и не комбится дальше. Да, только там средний. Это паниш, наконец. Да, это был паниш. Да, оверхед Ибуки самый долгий, но его почему-то мало кто блочит. Да, у Ибуки вот это крауч ЛК делает хитбокс такой, что... Red Focus, что? Ну, Ириндал что-то тут. О, хороший выход пульт. Хорошая комба. Ириндал, видимо, тренировался. Последние игры видно, что он не дропает это. Но так как, да, очень мало. Ну, ресетик с помощью телепорта, да, 1-0. Сет. Да, хорошо Ириндал играет за Ибуки. Использует все фишки, забирает. Вегаклон
сейчас будет смена персонажа, я в этом практически уверен. На Вегу? Ну, я думаю, на Бланку надо сразу. Чтобы просто Brain Dead был полный, и буки на Бланку. Особенно Бланка от Вегако. Да, это капец там. Тем более Риндал горит, его еще немножко, и пожара. Да. Ну, там пацаны его успокаивают, я думаю. Там сзади стоят. Давай, давай. Представляю, как один воду держит, другой там массажирует. Ну, это не то, что вы подумали, я там просто... Нет, остается с тем же персонажем, очень странно. Ну ладно, все еще впереди. Да. Когда с Вегако играешь, обычно он все время после проигрыша меняет персонажа, если только ты не просишь его, чтобы он не менял. Вот, ну посмотрим, я думаю, это на руку Ириндалу. Ох ты, не сконфермил он. О, хорошая мити-атака была. Но это была не мити, так как был контр-хит. Да. Шими, да, паниш. Ох, эти сетапы этой бути. Ох ты, хорошо выходит, это про то, что я говорил. Чуть-чуть дэмэджа Вегакло все-таки принял, но это лучше, чем нокдаун получить. Дропает ультру сейчас Ириндал. Не комбит через контрхит, крауч, медиум панч. Хорошо, да, что блочит, и... хорошо, да. Смотрел, видимо, Ириндал матч Вегакло против Батона, где Вегакло очень много спамил вот так вот оверхеды. Хорошо он их блочит. Вот это был риск. Пошли сетапы. Сейчас будет unblockable. О, хорошо как выходит. Хороший дэш у Балрога. Как-то разменялись очень странно. О, хорошие. Да, хорошие ресеты показывает Ириндал. Ох ты, что-то произошло. Дропнул. Не было ультры, да. Какого. Да. Сетап. Оверхед. Оверхед и линкует его Ириндал. И довольно часто использует этот сетап Ириндал. Да. Не блочит оверхеды Вегакло, в этом его слабость. Очень много оверхедов прошло. Этот оверхед, я уже говорил, очень долгий. Его на реакцию можно заблочить, если привыкнуть. Да, плюс он имеет выходы продолжение. Не так часто у... Да, ну это и Бути. У нее миллион всего. Вот. Лоу атака, оверхед, со всего этого вортекс выходит. Смотрим, кого берет. Тут смена чара. Да, и сразу лавочка. Ща Ириндал. Ща пацаны посовещаются, придумают, какую ультру брать. Ириндал. Да-да-да. Да я думаю, пусть берет вторую. Бери вторую ультру Ириндал, не выпендривайся, ты все равно не поймаешь Бланку. Просто Вегакло очень много движется. Это не тот игрок, который любит, знаешь, постоять там, посмотреть. Он любит давить, причем очень сильно любит. Поэтому, да, вторую ультру берет Ириндал и правильно делает, я считаю. Погнали. Оп, врывается. Сейчас пока у Бланки нет ни метра, ничего. Ресетики. Ресетики во все стороны. И уже дизи у Бланки. Там, за 8 секунд. Ну, это и буки, что вы хотели, ребята. Опа. Да ладно, что, панишится? И сейчас будет ли ультра? Нет. Коленка. Ау. В челюсть. Да. Бланочки. Не дал Ириндал Вегахло даже вспомнить, как за Бланку играется. Даже проверить. Нормально ли управление там все? Да, вот что-то Вегакло дропнул, прыжок. Это, видимо, был обол. Да, этот слайд панишится. Да, вот в этом сила банки, что нельзя так делать. Погнали, Brain Dead.
О май гад, что происходит? Хорошо, у меня сестер сейчас дома нет. Они бы такое не смогли смотреть. Оп, но еще ничего не окончено. Да, и... Да. Там, это не true block string, normal в эти ножки. Туда можно много что вставлять. Особенно такое дамажище. Да, особенно такой инвульный. Сейчас Эриндал не хочет вообще ничего делать. Вот, у него появилась прекрасная возможность. Не пытался рингует. Сделать эннафрейм. Нет, не было паниша. Хороший антиир, Эриндал. Да, антиирить бланку очень важно. Сетап. Ой, Red Focus и ультра. Нет? Дропнул ультру, дропнул. Вау, меня удивляет, Вигакло, он довольно терпеливо сейчас играет. Оп, оп, оп. Да, это паниш. Эриндал ультра. Да, дропнул ультру. Эриндал мешит. Опа, респект. Ой-ой-ой. Ух ты, забирает, да. У Чунли, ой, у Чунли, у Ибуки, я уже говорил, очень хорошие нормалы. Попытался что-то нажать в Вигакло, но туда ничего нельзя нажимать. Забирает первую игру Эриндал. О, первую игру против бланки, бланки. Да. Третью игру, 3-0. Да, забирает. Я думаю, для Эриндала было очень важно забрать эту игру. Потому что если бы он проиграл, то там, не знаю, что бы произошло. Там произошла смена чара, и это было бы уже потерянное все. Потерянный сет. А сейчас, я думаю, мы что-то интересное все-таки посмотрим. Может, все-таки Вега? Или нет? Не, я думаю, бланку он оставит. Бланка ставит. Вот если проиграет сейчас, я думаю, тогда уже на Вегу типа сменит. Не, баночка, да. Так, тролл, посмотрим, какие сетапы. Ой-ой-ой, нет, не было паниша. Да. Хотел попресить бланку. А у меня реверсал есть. Ох, как-то нехорошо Эриндалу сейчас. Угу. Некомфортно в этом раунде. Да. Ну, не уверен, что что-то получится. Да, у Эриндала. Да, надо еще под свою игру в это. В это был довольно плохой раунд, да. Дэш вперед, норма, врывается Эриндал. А, получи. Будет ли одна фрейм? Ну зачем вот эти понты? Эриндал же нормально сейчас играл. Без всяких вот этих вот однофреймов. Мэш пошел. Потерялся немножечко Эриндал. Да, был реверсал, ждал его Эриндал, но он задропал Вегакло. Вегакло повезло. Вот это, мне кажется, панишится, ну, слайдом, который как бы... Ай-яй-яй, был хитстане еще. Сейчас пошел, опять будет скоро реверсал на Red Focus. Ох ты, мочит что-то. Да, да, это паниш. Хороший паниш от Эриндала. Сможет ли он забрать четвертую игру? Пролетает мимо электричество, было бы неприятно очень. Да, сейчас нету у бланки никакого метра и реверсала. А, я не достаю от фокус атака. Хорошо антирит. Но опять реверсал. Да, вот этот слайд был хороший. Вот этот слайд был хороший.
Да, ох ты, нифига себе, сколько активов в этой бланке, даже ДП сбивает, ну вообще. Ультра. Нет, все, забрал, да, хорошо. Молодец. Редал. Понимаешь это? Вот про то, что я говорил, сейчас Рендал напрыгивал. Сейчас же с напрыжки, да, и Вега Клоу улетел. Вроде же так было, что вот эти вот сетапы, которые Рендал делает, это сетапы на ВИВ. Ну что, отлично играет Рендал эту игру. А, просто великолепно. Даже бланочка не помогает Вега Клоу. Ну что, все-таки может будет Вега? Да, я думаю, сейчас будет Вега. Посмотрим, посмотрим, что там можно будет сделать. Ну что? Да, Вега. Да. Мы уже говорили. Но здесь на самом деле тоже все довольно-таки плохо в матче с Ибукой будет, потому что Ибука явно будет. Да, Ибуки такой персонаж, который не очень волнуется за матча, что она может панишить практически все. Точнее, она может панишить практически все. Да, Ирина. Второй, да, проходит. Да, делает таргет комбу, который... Вот этот крауч-тек у Ибуки, он очень хорош. Меняет... Хорошо сбивает реверсал. Да. Чуть-чуть подлаги были. Ой, пробегает, но что-то долго, долго держал. Да, не получилось, Ирендал, запанишь. Первая ультра, кстати, от Вики Клоу, интересно. Ну да, вторая тут. О, реверсал и... Да, да. Хорош. Опа, матчпоинт от Ирендала. Не смог Вики Клоу обойти. Слишком поздно сделал, дальше. Ресет, инстант оверхед, но... Комба от Ирендала. Неплохо, неплохо отыгрывает Ирендал. Сейчас Вортекс. Да, получит клон. Тяжело, да. Ресетит с помощью телепорта. Хорошо, как. Да, не просто отпускает, все, отпустить, попустил, да. Все. Подбирает. Хорошо, бейт. Да, хороший бейт. Не получается на фрейм. Хак, хорошо стоит, что дальше ничего не происходит. Сейчас вот для Вегаклов все очень плохо, но я думаю. Ультра может его спасти, который он но любит. Но не, Ирендал тут... 5-0. 5-0, очень уверенная игра Ирендала. Да, поздравляем его с этим. Да, отыграл. Поздравляем. Я ожидал, конечно, что Ирендал выиграет, но что 5-0, вот это неожиданно. Да, много неожиданных результатов у нас. Ну что, и Вега Клоу против Фокса. Что, Фокс у нас? Где у нас Фокс? А где у нас Фокс? Кто видит Фочин Фокса? Так, сейчас будем искать его. А Фокса нет в сети. Визард. Что делаем? В смысле, на уже должен никак почему? Так, ну что у нас, Протон? Фокс у Петрена. А, лол. О, там совсем большая тусовка. Что-то я тупанул. Да. А где Петрен тогда? Окей.
там четверо, но все отлично. Еще и Фокс там. Фокс явно подсказывал, как нужно бить. Отлично, сейчас, я думаю, игроки там тоже отыграют. Там еще и Фокс, что ли, сидит? Да, там еще и Фокс. Нифига себе. Да, они будут между собой на свой стрим, то есть играть по локалке. Ой, в смысле, по локалке, не по локалке, офлайн. И стримить свои игры будут сами, ну, в смысле, которые будут в офлайне, это интереснее смотреть будут, сами выложат. Но я себе добавлю на канал. Поэтому вот так вот. Интересно, интересно. Явно хороший там мэш назревает сегодня. Ну, я думаю, сегодня на сегодня последний матч, потом игроки еще там свое FT5 свои отстримят. И... Да. Я, пожалуй, отвлекусь. А что, еще какой-то финал, что ли, будет? Я думал, кто, типа, сколько выиграл, кто больше выиграл, тот и победил, разве нет? Ждем, пока игроков, ничего не происходит у нас. Настраивать стик, может быть, что-то еще в этом роде. Ну, возможно. Ой, ну что, так долго-то все. А, типа, 8 человек отбираются по результатам, а потом играют, в смысле, как в настоящем турнире, получается, так? Получается, как в хоккее, лига. Сначала лига идет, а потом еще плей-офф. А-а-а. Победителю лиги тоже протон нужно что-нибудь дать. Ну, я за Упи Трена. Сколько там побед-то надо? Знает кто-нибудь? Или пока не закончатся игроки? Просто чтобы люди хотя бы познали. Ну... Там, да, там... Ну, лига надолго, поэтому будем смотреть. Игра, игру ждем. Что-то Петрен пока. Точнее, Фокс под аккаунтом. Ну, ждем, ребята. Пока не торопится заходить, накидали кучу инвайтов. Да, в лиге каждый с каждым это 20
Гоу я. Подожди, нет, Артём. Сейчас сыграет Фокс. На этом, наверное, сегодняшняя трансляция завершится. О, нифига себе! Чё ты? Это точно надолго. 23 матча каждый должен отыграть. Да, так посчитай, сколько всего матчей. Это, считай, арифметическая, арифметическая прогрессия до 23. Это дофига. Я думаю, не отыграют все по 23. Это слишком много. Тот же Валтиэль, он точно не отыграет все матчи. Потому что его, ну, он очень редко, типа, в сети. Ну, посмотрим, как это, эти вопросы будут решаться. Ну, что там, Wizard у нас? Где там ребятки наши? Ну, что там явно еще сегодня у них будет продолжение. Тоже будет много опять сыграно. Инвайт просит, там уже 10 сейчас, там уже 50 инвайтов было. Ну все, давайте, начинаем мы. Я тебя, да, все заходит. Питерен. Фокс будет играть на его аккаунте. Я пропускаю, и начинается у нас Вега Кло против Фочин Фокса. Нет, мы не ждем, пока у Петреля на хате отыграют. Мы ждем, пока зайдет Фокс под, у Петреля на хате и будет играть с Вегакло. Вот, а сами они по себе, сами они сыграют в офлайне у себя там, я так понимаю, сегодня. И записи будут выложены. Посмотрим, наверное, у меня на канале в плейлист я добавлю. О, ну все, наконец-то начинается сейчас игра. Или не начинается, Петр. Ну, ребята, давайте же ждем вас все. Но. Неужели? Что это будет, Вега или... Ролента, может быть? Да мне кажется, Вега. Против. Вега против. А за Хонду не играет? У меня три варианта. Какой хочешь выбрать? Вот, вот уже. Все понятно. Ну, у Веги хороший матчап с Бланкой. Помню, играл Фочин Фокс против Гринга. И за Бланку Гринга он забрал, но потом Гринга контрпикнул Хонду и... Навалял. Ну, бывает. Пишет Сек. А что Сек-то? Игрок вышел из игры, не хочет играть. Да, тяжело с вами. Ну, ребята, вы там отыграйте, давайте. Он не ливнул, что-то они там настраиваются, или я не могу понять у них, что у них там происходит. Тусовка. Ну, долго ждем. Да-да-да, сейчас матчап выучит и зайдет. Это. Ну а почему Вегой-то с Бланкой будет довольно несложно сыграть, судя по матчапу, да?
Я думаю, вторая альтра панишит Бланкоболы, поэтому... Да даже всякие слайды, если плохо сделаны, то наверняка. Ну да. Довольно быстро на Овеге. Сделали, по-моему, еще быстрее, да? Ну неужели? Первая тоже панишит, но вторая как-то, не знаю, первую ульту брать как панишу ультру, я что-то такого не часто увидишь от... Да-да-да, вторая все-таки получше, она и как антиэйр может сработать. Все-таки второй стартапчик побольше, ой, первый стартап побольше. Так, секунду. Так, ну что у нас сейчас-то? Начнется все-таки этот батл или нет? Битвы титанов. Насколько я знаю, у Фокса... Фокс известен тем, что он очень терпелив. Ну, а про Вегако уже говорили. Посмотрим, что возьмет верх. Всегда интересно смотреть противостояние. О, вау, нифига себе, как хорошо. Фокусит электричество Фокс. О, ну что-то, ну и неважно, что-то дропнулось, я еще нажму. Да, не привык Фокс к такому, я это вижу, не привык он. Хорошо было, что Overhead. Да, пытался зафокусить, видимо, нормал, но Вегакло просто бросок сделал. Опять прекрасно блочит Overhead'ы. Ждал, ждал. И прекрасный кроссап. Бланку бафнули так, что теперь тяжелый бланкобол дает нокдаун. Раньше такого не было. Но вот этот баф справедлив. Первый раунд довольно уверенно забирает Вегакло, вообще без проблем, просто задавил. Хорошо реагирует на Вив. О, вау, Мити атака, офигеть. Вот это была точно Мити. Хороший корабросок. Сетапы, сетапы. Не получился бросок у Бланки. Да, это сейф джамп за Вега. Опять корабросок. И что будет? Опять корабросок. Да, реагирует на Вив. Фокс, да, я забыл просто никнейм. Антиэрит фокусом. Хороший фрейм трапа Фокса. Не лезет вообще на вейхе, старается не прессить Вегакло. Абсолютно сейф играет Фокс, но тут зря, что ты просто пережал. Будет ли суперка от Фокса? Вот это был блок. Я даже не знаю, с какой стороны это вообще все было. Ну что, пока реализует, да, у нас матчап Фокс? Ну, сейчас вот посмотрим. Ой-ой-ой, банка запрыгал, просто Фокса и ловит. Ой-ой-ой, опасно. Вау, опасно, да, но это было очень близко. Фокс уже растерялся, начал бы броски нажимать. Ну, в первом максе Фокс побеждает. Будет ли Вега на Вегу? Интересно.
Но это было довольно очень близко. Ну, посмотрим. Фокс вообще не прессит, я уже говорил, на вейке Вегако. И он показал отличную мити-атаку. Прекрасная мити была, я вообще не видел никогда такого. То есть там, если ты блочишь, то как бы там прилетает последними активными кадрами. А если ты не блочишь, пытаешься делать какой-то реверсал, то Вегако на сейве. Да, прилетает. Прилетает от фокус атака первого уровня, но в контрхит она дает крафту. Линкует дважды. Крау ЧМП. Ой, Крау ЧМК. Хороший паниш был от Вегако. Пытался сейчас про третью третий левел фокус атаки. Хороший сейв джамп. Ну и еще раз реверсал. Бросочки. Да, вот эти хопы броски. На них как бы реагируешь, но не получается, да. Ну, Фокса сейчас такой небольшой лайфлип. Отличная комба. Бросочек. Пытался сантерить. Фокс на убланке такой прыжок. Я уже говорил, что он очень раздражает, но уже в который раз использует кар-бросок Фокс и выигрывает. Ох ты, не ожидал я, как лошадь прилетит нормально. Не панишится. А слайдом пытался запанишить. Не достает. Ой, хорошо, крампл. Дэмэдж. Да. Фокс не хочет связываться с банкой. Просто зажимает назад. Бланка догоняет. Бутли, да. Ох ты. Да, использует бафы за банку Вегако хорошо. Просто три раза подряд нажимает дальний фирс Вегако. Опять нажимает его. Не входит. Нет, не входит. Много чипа, но тут нужно быть, так, ох, могла быть ультра, ведь, да. Да, это уже. А тут хватает. Мог, кстати, сделать Фокс флип назад. Тогда там полный инвул, ничего бы не задело тогда. Да, использую.